Объект номер два в Шуи, мерные весы, открылись для горожан и туристов. Памятник архитектуры федерального значения реставрировали больше года. Потратили 2 миллиона рублей на проектную документацию и 10 миллионов на сами работы. Все из государственной казны. Мерные весы в Шуи – уникальный, единственный в своем роде памятник архитектуры не только в Ивановской области, но и во всей Центральной России. Он был построен в 1820-е годы в стиле классицизм и располагался на Центральной торговой площади. Именно это место считается точкой отсчета всех расстояний в Шуе – нулевым километром. Именно поэтому флагшток на куполе раскрашен на манер верстового столба. Чиновники региона и округа перерезали красную ленту, и в строение с колоннами заехала повозка. Два столетия назад здесь точно так же взвешивали товары. Сейчас возовые весы, так называемая важня, выполняют только эстетическую функцию. По мнению краеведов, это очень показательный объект с точки зрения задумки и воплощения. В принципе, здесь практическое применение. Всего-навсего взвешивать, всего-навсего замерять вес. Можно было построить этот объект в формах обычного амбара, так как строились они вообще по стране. А в Шуе эти мерные весы построили в имперском стиле классицизм. Строение находится в федеральной собственности. Дальнейшую судьбу отреставрированного объекта уже решают на самом высоком уровне. Губернатор Ивановской области Павел Алексеевич Коньков обратился в территориальное управление Росимущества с тем, чтобы принципиально решить вопрос по его дальнейшему функционированию. Это важно, потому что вы понимаете особенности конструктивного устройства этого объекта. Его надо защищать, его надо очищать от снега и так далее, и так далее. Руководство городского округа надеется, что мерные весы привлекут в Шую поток туристов. Данный объект культуры войдет в туристический маршрут. Мы планируем, уже проводили переговоры с рынком о дальнейшем участии этого памятника культуры здесь, благоустройство сделать, соответственно, здесь сделать информационное обозначение, щиты, сувенирная продукция. Аналогичный объект в Нижнем Новгороде уже благоустроен. Внутри строения установлены торговые палатки, где можно приобрести сувениры с символикой города. Для туристов это излюбленное место. Шуяне надеются взять пример с новгородцев. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуя.